Всем привет, это велосипедное телевидение и моя рубрика «На колесах». Рубрика, в которой я рассказываю вам о разных интересных, прикольных местах в нашем городе, в Таллине, куда можно заехать и доехать на велосипеде. И сейчас я нахожусь в районе Каламая. Это такой богемный, крутой район в нашем городе, где тусуется всякая творческая интеллигенция, художники, артисты, певцы и так далее. В общем, люди, у которых есть вкус к прекрасному и есть еще и деньги у некоторых из них. Этот район славен тем, что здесь много интересных домов, тем, что обитатели Каламая любят ездить на велосипедах, и тем, что здесь все больше и больше с каждым годом появляется разных прикольных кафетериев. И сейчас я приехал на улицу Суур-Батарея, или Большая Батарейная, 20, где не так давно открылось кафе-пекарня под названием «Батарея». Ну и я хочу протестировать это кафе, посмотреть, сколько здесь стоят булочки, насколько они вкусные, насколько они прикольные. Тем более, что сами организаторы этого кафе говорят, что они вдохновлялись приправами и специями, которые испокон веков привозились сюда из скандинавских стран, в Эстонию, в Таллин в частности. А сюда приходили груженные специями в порт Каларан, который находится совсем неподалеку от этого места, где я сейчас нахожусь. Находится кафе вот на такой тихой улочке. Рядом находится с этой улочкой променад. Вот там совсем близко море видно. Променад, по которому люди гуляют. Ну и само кафе такое небольшое, уютное, стильное, где можно найти какие-то небольшие закуски в виде булочек. Вот здесь вот песто и томаты булочки. Можно заказать себе кофе разное, какао есть, чай. Ну и, конечно, сдобные булочки, которые здесь представлены. Свеженькие, с пылу с жару. Я подкрепился сырной булочкой и кофе латте. Все свежее, все вкусное. Играет французская музыка. Прикольный интерьер такой под французской кафетерий все сделано. Людей не так много. Ну, улица тихая. Может быть, сейчас в 11 часов дня просто все еще на своих рабочих местах, а ближе к обеду здесь будет больше публики. В общем, рекомендую, советую. Цены, конечно, не самые дешевые, но как местечко интересное для того, чтобы потусить, посидеть, съесть свежую вкусную выпечку, вполне можно на раз, на два сюда заехать. Это была моя рубрика «На колесах». Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно же, пишите комментарии, нравятся ли вам вот такие небольшие семейные уютные кафешки и пекарни.